Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю вас у студії Елла Філоненко та Олександр Пашненко. Це телерадіопроект «Між нами». Долучайтеся до нашої програми. Ну, власне, як долучитись, можна це зробити за допомогою хвилі Українського радіо Запоріжжя, телеканалу «Суспільне Запоріжжя» або наших платформ у Ютубі «Суспільне Запоріжжя» або офіційного сайту zp.suspilne.media. 11 грудня – Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Яку статистику хворих маємо по Запоріжжю? Які сучасні методи лікування пропонують медики? А також, які препарати від бронхіальної астми можна отримати у рамках програми «Доступні ліки»? Про це та інше ми будемо говорити протягом наступних 25 хвилин із лікаром-алергологом Ксенією Поробльовою. Пані Ксенія, вітаємо вас у нашій студії. Добрий день. А насамперед давайте послухаємо довідку, яку підготували наші колеги. Бронхіальна астма – це хронічна хвороба, яка найчастіше проявляється періодичними нападами задишки та свистячими хрипами. Частота та ступінь важкості цих симптомів можуть бути різними. Наприклад, інтервал між нападами може коливатися від однієї години до одного дня. Як правило, напади відбуваються під час фізичної активності або вночі. Бронхіальною астмою можуть хворіти люди усіх вікових категорій, але найчастіше діти та молодь. Такі тенденції є однаковими як в Україні, так і в інших країнах світу. Бронхіальна астма розвивається як хронічне запалення дихальних шляхів, а саме бронхів, що призводить до підвищення чутливості нервових закінчень в дихальних шляхах та їх швидкого подразнення. Під час нападу збільшуються слизові оболонки бронхіол, внаслідок чого звужуються дихальні шляхи, людина не може нормально вдихнути повітря чи видихнути. Коефіцієнт смертності від астми не є найвищим в категорії хронічних хвороб, однак часті напади астми у більшості випадків значно погіршують якість життя, адже людина страждає від безсоння, втоми, низької активності. Астма вважається невиліковною хворобою, проте можна контролювати перебіг захворювання та прояв симптомів. За цьогорічними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 235 мільйонів людей у всьому світі страждають від астми, і кількість таких людей постійно зростає. Йдеться на сайті МОЗу. Отже, з довідки ми почули, що кількість людей, які хворіють на бронхіальну астму, на жаль, зростає. Пані Ксенія, скажіть, будь ласка, яка статистика по Запоріжжю? Які втішні чи невтішні цифри ми маємо? Да, в Запорожье большое количество как детей, так и взрослых страдают на бронхиальную астму. Все-таки процент дошкольников и школьников, конечно, по сравнению со взрослыми, на 20% где-то больше, потому как в детских коллективах очень часто мы замечаем вирус-индуцированное обострение бронхиальной астмы, и вирусы способствуют началу, дебюту, старту проявлений. Поэтому в данном случае мы можем сказать о том, что от всех аллергологических заболеваний бронхиальная астма в детском возрасте занимает 35-40%, это достаточно большой процент. Во взрослой когорте пациентов это до 30, то есть 25-30% населения с аллергическими заболеваниями. Це може означати, що у нас діти нездорові, що такий відсоток великий? Да, можно сказать, что чувствительность, генетические особенности, особенности окружающей среды влияют на течение, дебют, развитие бронхиальной астмы. Мы можем так сказать. Наслідки теж плачевні для дітей, чи це вже тут теж від віку залежить, і тут вже більш загрозливо для людей за 45, наприклад, категорія? Если, например, ребенок обращается, родители обращают внимание на симптомы у ребенка, мы обсудим, да, этот вопрос, и обращаются вовремя к врачу, то как раз в детском периоде у врача есть больше возможностей для того, чтобы течение астмы не было тяжелым, для того, чтобы контролировать симптомы, и во взрослой жизни их практически свести к нулю, это возможно. Но очень важно вовремя обратиться к специалисту. Например, вот вы спросили, после 45, да, там есть определенные коморбидные состояния, то есть сопутствующие, которые могут влиять тоже на течение астмы или утяжелять течение, и поэтому лечение будет более
объемным, но тем не менее и после 45 мы тоже можем достигать контроля. То есть, в общем-то, на сейчас медицина находится на достаточно высоком уровне, чтобы помочь пациентам с данной патологией легочной ткани. Скажите, будь ласка, бронхиальную астму можно назавжди вылечить? Нет, это генетическая особенность, это гиперчувствительность бронхов, и каждый раз при контакте с причинно-значимым аллергеном у пациента будут возникать симптомы, но мы можем влиять на их силу интенсивности, чтобы они не были угрожающие для жизни. На это мы можем повлиять, уменьшая степень воспаления. Но полностью убрать навсегда и сказать, что этого больше не повторится, мы не можем сделать. Причинно-наслідкові алергени, де вони, як їх побачити? Причинно, да, значимыми аллергенами это, как правило, аэрополютанты. Это пыльца, часто это бывают клещи домашней пыли, плесневые грибки. Поэтому если пациенты отмечают симптомы, например, как правило, в вечернее время, дома или под утро, обратите внимание на то, на какой подушке вы спите, что вас окружает, как часто вы делаете уборку, наличие домашних животных. Если это сырое помещение, то это тоже есть потемнение в виде грибкового налета, то это тоже имеет значение, то есть это в окружающей среде. Также есть эндогенные внутренние факторы, располагающие к развитию бронхиальной астмы, как правило, это генетическая предрасположенность. Поэтому если ближайшие родственники, это родители, болеют хоть один бронхиальной астмой, то такие дети должны уже с дошкольной скамьи, скажем так, наблюдаться родителями. И всегда нужно обращать внимание, как ребенок переносит вирусные инфекции, как он выходит из этих инфекций, как быстро и какие симптомы превалируют. И от этого врач уже может дать предположение, будет ли чувствительность бронхов, может ли он входить в группу риска пациентов с развитием бронхиальной астмы. Аллергия и бронхиальная астма – это одно и то же, или это уже наслідки? Бронхиальная астма, она раньше считалась, что она аллергическая, но со временем определились несколько фенотипов астмы. Она может быть как аллергическая, так и неаллергическая. То есть это одна из ее форм. Но бывает астма, которая вызвана только вирусами, она не аллергическая. Бывает астма физической нагрузки, бывает астма инфекционная и так далее. То есть их есть несколько вариантов. Аллергичная астма. Как визначити, на какие аллергены реагирует организм? Что для этого треба робити? Для этого необходимо сделать аллергопробы. В первую очередь они не делаются в период обострения, то есть под контролем врача мы делаем пробы, и тогда мы выявляем на коже причинно-значимые аллергены для того, чтобы мы могли их устранить, минимизировать контакт и использовать лечение специфическое для аллергика. Это в первую очередь. В последующем, в зависимости от результата аллергопроб, мы можем определять объем лабораторных методов обследования по крови, которые нам могут помочь уточнить, какой из данных аллергенов, которые вызвали реакцию на коже, является первичным причинно-значимым, а какие второстепенные, которые присоединились позже или которые дают перекрестную реакцию. Вот эти мы можем данные указать по аллергопробам. С какого века можно робити аллергопробы? Аллергопробы можно делать с 3-летнего возраста и без ограничений в дальнейшем. Кожного року можно це робити, чи все-таки є певний якийсь період? Каждый год нет необходимости так часто делать пробы, они делаются первично для пациентов, потом контролируются, если проводится специфическая иммунотерапия, то мы можем с причинно-значимым аллергеном в течение 3 лет делать пробы, чтобы увидеть, насколько уменьшается чувствительность. А так, в общем-то, пробы, нет такого параметра, что они должны повторяться каждые 5 лет, каждые 10 лет. Это очень индивидуально, в зависимости от клинических проявлений или новых симптомов заболеваний, которые у каждого человека появляются индивидуально с определенным промежутком времени, если они появляются. Выходит, что бронхиальная астма – это захворювание на все життя? Да, это гиперчувствительность. То есть бронхи реагируют на те факторы окружающей среды, которые не должны раздражать легочную ткань, у здорового человека не являются опасными. Это чувствительность, да. Людині треба, виходить, просто змиритися и проходить, підтримуючи якусь терапию. Нет, мириться нужно, когда выставляется данный диагноз, то человек должен понимать, что у него есть определенные ограничения, определенный этап терапии, которые, в общем-то, должны его держать в определенных
рамках, но тем не менее, благодаря именно этому он не будет отличаться практически от здорового человека, потому что у нас очень много даже олимпийских чемпионов, которые страдают бронхиальной астмой, но тем не менее они достигают огромных успехов в спорте. То есть это не инвалидизирующий диагноз на сейчас. Раньше, конечно, да, было много пациентов, которые ставили группу инвалидности. Поэтому человек должен вовремя обратиться к врачу. Если на ранних этапах, когда еще есть гиперчувствительность, но нет фиброза, фиброз — это когда изменяется уже сама структура легочной ткани, когда наше лечение уже не будет так эффективно. Это, например, когда человек долго занимается самолечением, когда не использует противовоспалительную терапию, когда, соответственно, он курильщик и другие факторы, которые негативно влияют на развитие бронхиальной астмы, тогда мы уже меньше сможем помочь. Но на ранних этапах даже взрослому человеку при использовании терапии, да, необходимо будет индивидуально, конечно, один или два раза в день использовать противовоспалительную терапию, ингаляторы. Это не обременяет пациента, занимает у него секунду, скажем, утром и вечером, но при этом в течение дня и ночи он чувствует себя как здоровый человек. И, в общем-то, когда вы увидите такого человека с астмой, вы не всегда, даже в редких случаях, сможете понять, что у него есть какое-либо заболевание. У бронхиальной астмы есть стадии, якісь, і як вони, які їх особливості? Да, є стадії легка, середня, тяжела і тяжела. І є ще також не так давно ввелся такий показатель, як степень контролю над симптомами бронхіальної астми. Вона може бути контролюєма або неконтролюєма, або частично контролюєма. Тобто це залежить від того, скільки виникає симптомів в течение місяця. Виникають вони днем або ночью, і який об'єм терапії необхідний для того, щоб контролювати данные симптомы, то есть какой, сколько он делает вдохов, какая доза противовоспалительной терапии, да, и тогда у каждого человека, в общем-то, течение астмы, оно может меняться в зависимости от степени обострения, от того, какие он прикладывает усилия, какое лечение, то есть она варьирует, это не всегда пациент с тяжелой астмой может перейти в астму легкой степени, что очень хорошо. А летальные выпадки есть? К сожалению, да. Астма, важно, чтобы пациенты понимали, даже с легкой астмой, что есть такие острые ситуации обострения астмы, которые предвидеть практически невозможно. Иногда пациенты даже не знают, что может вызвать такую тяжелую реакцию. Они приходят, например, в дом, а там живет три кота, это вызывает приступ удушья. Если у них нет терапии скоропомощной, и скорая помощь, например, может не успеть, то летальность, к сожалению, даже сейчас, в наше время, она существует во всем мире. И при легкой степени тяжести нужно тоже, почему обращаться к врачу, почему нужно сдавать анализы, наблюдать свое состояние, потому что есть смерти каждый год от легкой астмы. Внезапно, когда человек вот буквально 20 минут назад был практически абсолютно здоров, ничто не предвещало каких-либо симптомов, и острое состояние развивается в течение там от 5 до получаса бронхоспазм тяжелый, который тяжело купировать, даже скорой помощи. Какие факторы наичастіше призводять до таких загострених ситуаций? Это контакт с аллергеном, большая концентрация, это отсутствие правильного лечения или когда пациент чувствует себя хорошо на фоне лечения и самостоятельно прекращает данное лечение. Когда после вируса, например, или после пневмонии пациент не обращается за лечением, у него остаются симптомы кашля или приступы затрудненного дыхания, и он занимается самолечением. Все это факторы, которые могут привести к острому бронхоспазму. Чи може астма перейти в такий, скажімо, режим ремісії? І що тут з цим робити? Да, астма, конечно, наша задача, как врача-аллерголога, максимально сделать все возможное, чтобы астма была, вошла в длительную ремиссию. Это могут быть годы. То есть пациент может при себе иметь скоропомощной препарат ингаляционный, но никогда им не воспользоваться или воспользоваться там раз в году. Это было бы, это считается одной из самых лучших, хороших проявлений бронхиальной астмы. В общем-то, максимально, что может уменьшить количество обострений, это специфическая иммунотерапия. При нетяжелой астме, при легкой и средней степени, врач-аллерголог может назначить данное лечение. То есть это когда бронхолегочное дерево не будет так чувствительно к причинно-значимому аллергену. Это считается иммунологическим лечением. Оно не просто снимает симптомы, а будет в корне менять иммунный, гиперреактивный вот этот бронх. Наука не стоїть на місці. Скажіть, будь ласка, які сьогодні сучасні методи лікування бронхіальної астми? З чого починають? Да, самое главное, чтобы пациенты с бронхиальной астмой, что они должны иметь у себя
в доме. Золотым стандартом, это как у пациентов, например, с гипертонической болезнью, у них есть тонометр для измерения давления, так и пациенты с бронхиальной астмой должны иметь пикфлометр. Это такая трубочка, очень легкий метод исследования, то есть утром и вечером пациент ежедневно должен делать замер своего выдоха. Таким образом и врач, и сам пациент может заранее, даже за несколько дней, увидеть, что у него в ближайшее время может быть обострение, обратиться к врачу, откорректировать лечение, профилактируя данное состояние. То есть пикфлометр. Также у врача метод диагностики – это функция внешнего дыхания. Это считается тоже золотым стандартом диагностики, когда мы смотрим степень обратимости, степень обструкции, изменений в легочной ткани и таким образом корректировать лечение и дозы препаратов. Желательно, это индивидуально, конечно, как пациент может делать данное исследование раз в году, если есть контроль, если нет контроля – каждый месяц или каждые 3 месяца. И одно из последних препаратов, которые есть для исследования степени воспаления, степени тяжести, это определение оксида азота в выдыхаемом воздухе. То есть преимущество, что все данные методы, они легки в использовании, не нужно там определенной тяжелой какой-либо подготовки, это все определяется в выдыхаемом воздухе. И это на сейчас считается золотым, скажем, стандартом обследования, диагностики и ведения пациентов. Это не тяжелые методы, не инвазивные, не требующие каких-либо вмешательств внутренне. Поэтому угу. Это и деткам делается, и взрослым, но это нужно делать. До речі, в Україні є препарати від бронхіальної астми, які можна отримати безкоштовно або з незначною доплатою за програмою «Доступні ліки». Що для цього необхідно зробити, послухаємо коментарі сімейної лікарки Катерини Сапсай. Пацієнт з підозрою на бронхіальну астму звертається до сімейного лікаря. Сімейний лікар проводить первинне обстеження і направляє пацієнта на інструментальні методи дослідження або до пульмонолога. Якщо діагноз бронхіальна астма все-таки підтверджується, то у пацієнта є змога отримувати лікарські препарати для системного застосування за допомогою програми «Доступні ліки». Один раз або на 3 місяці, або один раз на місяць пацієнт звертається до сімейного лікаря, і сімейний лікар виписує йому ці препарати. Тобто за допомогою електронної системи ми можемо виписати препарати або на 1 місяць, або на 3 місяці. В залежності від того, яка доза препарату пацієнту потрібна і чи потрібен підбір препарата. Якщо підбір дози ще триває, то препарат виписується на невелику проміжок часу, на 10 днів або на місяць. А потім уже для підсилення дозування препарату можна виписати вже на 3 місяці. Якщо препарат підібрано, він підходить пацієнту, на 3 місяці ми виписуємо препарати. Препаратів не так багато і є препарати 2 призначень. Це гормональні препарати та препарати для розширення бронхіального дерева, бронхолітики так називаємо. Їх не дуже багато, але існують препарати вітчизняного виробництва, які відпускаються без доплати, і існують препарати виробництва других компаній, не вітчизняних, за які потрібно доплачувати. Невелика сума, але потрібно доплачувати. Це був коментар сімейної лікарки Катерини Сапсай щодо того, як можна отримати безкоштовно або з незначною доплатою препарати від бронхіальної астми за програмою «Доступні ліки». Отже, скажіть, будь ласка, пані Ксенію, а сьогодні проблем з цими препаратами немає, саме отримати препарати за програмою «Доступні ліки»? Яка на сьогодні ситуація? Існують вони? Є вони в наявності, скажімо так? В общем-то, да, препараты есть. Если пациент обращается к семейному врачу, то он имеет доступ к данной группе препаратов, он может их приобрести. Тут просто важно, чтобы пациент использовал их длительно по назначению врача, потому что часто бывает проблема при наступлении улучшения. Пациенты очень быстро, самостоятельно отменяют сами себе препараты и наступает обострение, которое уже тяжелее лечить или купировать теми группами, теми дозами, которые он использовал раньше. В общем-то, да, препараты в наличии есть. Их потрібно весь час використовувати, чи можливо можна вести здоровий спосіб життя і таким чином їх і не потрібно вже вживати? Да. Первое время, конечно, пациент должен понимать, что минимум в течение 3 месяцев ежедневного использования аллергического воспаления в бронхах раньше не уходит. Поэтому меньше нельзя.
В последующем каждые 3 месяца мы можем делать ступеньку назад, то есть уменьшение дозы препарата. Ну и при правильном образе жизни, при специфической иммунотерапии, задача, да, и пациента, и врача уйти от ежедневного приема препаратов и использования их только по требованию. И важный вопрос, что пациенты, когда используют препараты по требованию, например, венталин или сальбутамол, которые идут по программе «Доступные лики», то они таким образом попадают, скажем, в ловушку. То есть данные препараты, они не должны использоваться без дополнительной противовоспалительной терапии. Да, они приносят облегчение быстро, но как раз вот и они увеличивают значительно риск пациентов со смертельными обострениями астмы. Поэтому своим пациентам всегда говорю, что венталин, сальбутамол самостоятельно, если вы замечаете, что вам нужно их использовать достаточно часто, потребность в них, то вы должны обязательно обратиться к врачу, потому как здесь влияние на сердечно-сосудистую систему и риски развития тяжелых обострений. Ліки гормональні, це означає, що є побічні ефекти. Это ингаляционные глюкокортикостероиды. Это препараты безопасные. Они попадают непосредственно в бронхи, в легочное дерево, оказывая в легочной ткани противовоспалительный эффект. Системного действия при правильном использовании под контролем врача не возникает. То есть и в детской практике мы используем также эти препараты, которые ежедневно обладают противовоспалительным действием, тем самым профилактируя утяжеление симптомов. И, в общем-то, ранее, когда этих препаратов не было, да, использовали гормоны в таблетках, и, конечно, тогда есть очень ряд побочных эффектов, пациенты страдали, эффект хороший от самого лечения не было, но когда произвели форму для ингаляционной терапии, то это стало в помощь и пациентам, и врачам, потому что мы видим эффект, мы не видим побочных эффектов при правильном соблюдении, есть определенные нюансы, поэтому в данном случае в детской практике используют, то есть ни родители, ни взрослые не должны бояться этих препаратов, потому что привыкания к ним нету, они используются на определенный период времени для достижения контроля. Говорячи про препарати, є імпортні, є вітчизняного виробництва. Як тут обирати, коли лікар вказує лише діючу речовину, правильно? А потім вже сам пацієнт, враховуючи свій гаманець, обирає препарат. На що враховувати тут? На что звертуть увагу, что враховувати? Обращать внимание необходимо все-таки на доставочное устройство, потому что от него зависит очень многое, какое количество препарата будет попадать в легкие. Все-таки брендовыми препаратами, те, которые с доказательной базой, доставочное устройство, являются европейские. И если у пациента есть возможность приобрести препарат, ну, более высокого уровня, с более легким, простым доставочным устройством, то, конечно, приоритет отдается препаратам европейским. Если нет, то, конечно, от лечения отказываться ни в коем случае нельзя. Можно использовать препараты более доступные, но, тем не менее, важно также, чтобы пациент точно понимал правильность использования препаратов, потому как есть разные ситуации, когда пациент думает, что он правильно вдыхает, или врач должен контролировать, но, тем не менее, пациент хотя бы один раз должен прийти к врачу и сказать: проверьте, пожалуйста, технику ингаляции, если, например, до этого не было сделано, потому как от этого зависит и эффект от лечения. У нас залишається 1 хвилина, і, мабуть, на завершення порадити ще раз, як же ж убезпечити себе, аби не було діагнозу бронхіальна астма. При первых симптомах, если у вас, вы замечаете, что во время простуды у вас, как правило, возникает бронхит, свистящие хрипы за грудиной или в горизонтальном положении вы слышите подсвистывание. Если вирус давно прошел, больше 7 дней, а у вас кашель остается, и это может касаться и детей, и взрослых, то в таком случае обращайте внимание о том, что необходимо обратиться к специалисту. Если возникают приступы удушья, да, это классический вариант бронхиальной астмы, но бывает и эквивалент. Это приступообразный кашель. Если он возникает у детей, у взрослых, это тоже необходимость обратиться к врачу-аллергологу. Также, если у вас есть аллергическое заболевание, не астма, а это полинос, аллергический ринит, постоянная заложенность носа, это предвестники того, что в будущем, через определенное количество времени, может быть, занять 5-10 лет, у вас есть риск развития бронхиальной астмы. В таком случае вы тоже на начальных стадиях любого аллергического заболевания обращайтесь за медицинской помощью к пульмонологу, к аллергологу для того, чтобы профилактировать астму.
Ну що ж, друзі, не хворійте, це, мабуть, буде найголовніше сьогоднішнє наше побажання на завершення програми «Між нами». З вами були Олександр Пашненко, Елла Філоненко і наша гостя, лікарка-алерголог Ксенія Порубльова. Ми сьогодні говорили про бронхіальну астму, діагностику, лікування. Отож, бережіть себе і будьте здорові, на все добре. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».